Всем привет! Сегодня сделаем киригами открытку с объемной горкой. Берем альбомный лист картона и делаем разметку. Начинаем с того, что отмечаем точками середину каждой стороны. Находим вертикальную центральную линию и отступаем от нее сантиметр влево. Ориентируясь по линейке, проводим линию от 3 до 15 сантиметров. Также отступаем от центра сантиметр вправо и проводим аналогичную линию. Сверху и снизу соединяем горизонтальными линиями. У нас получился центральный столбик. Далее рисуем столбики в сторону. Отступаем от вершины и чертим отрезки по 2 сантиметра. Каждый следующий опускаем на 1 сантиметр по вертикали. Такие же линии рисуем от основания столбика. Чертим отрезки по 2 сантиметра, опуская каждый следующий на 1 сантиметр ниже. Затем соединяем отрезки вертикальными линиями. Чертим такие же линии с левой стороны. Можно использовать любое число ступенек разнообразной ширины, главное, чтобы правая и левая части были симметричны относительно центрального столба. Большей гладкости можно добиться, если увеличить количество ступенек или уменьшить их ширину. Далее рисуем линии сгиба. На крайнем справа столбике рисуем горизонтальную линию, отступая снизу 2,5 см. На следующем столбике отступаем на 1 см больше. Продолжаем до середины, рисуя каждую следующую линию на сантиметр выше. После центрального столбика рисуем каждую следующую линию на сантиметр ниже. Берем канцелярский нож и прорезаем вертикальные линии. Поворачиваем для удобства и прорабатываем все оставшиеся линии при помощи шила и линейки. Так будет проще сделать сгибы в дальнейшем. Каждую полоску оформляем одинаково. Средняя линия сгиба должна быть горкой, а верхняя и нижняя – долинкой. Прорабатываем сгибы основания. Затем прогибаем со второй стороны. Сгибы на полосках подгибаем уголком к нам. Прорабатываем все столбики. Далее сгибаем полоски, складывая листок пополам. Проглаживаем и готово! Вот такая объемная гора у нас получилась. Больше идей для творчества вы найдете на канале Artvium. Обязательно подписывайтесь!